подробнее о этом кандидате. Господи, в президенты, да, мы будем говорить Дмитрием Гудковым. Извиняюсь. Ну, не, хочется сказать, не зарегистрирован. Не смешно. Но не зарегистрирован. Дмитрий, пока. Приветствую вас. Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую. Зачем это все Стрелкову? Расскажите ваше мнение. Чтобы его не забыли. Потому что когда-то его считали там чуть ли не главным оппонентом Путина. И когда его посадили, я помню, вышло 30 человек всего лишь в его защиту. Вот. А потом он пропал вообще, исчез из информационного пространства. Поэтому для любого человека, который находится за решеткой, важно, чтобы не было забвения. Да? Поэтому это всего лишь такой пиар-трюк. Конечно, никаким выбором его не допустят, но зато лишний раз о себе напомнят. А его зарегистрируют? Как это вообще все? Или фарс останется фарсом? Вот это вот русское движение за Стрелкова только и будет его, по сути, штабом? Нет, не зарегистрируют, потому что он сидит по статье, которая не предполагает как бы, до выборов. Так что это всего лишь попытка напомнить о себе, не более того. То есть вся эта кампания закончится тогда, когда, значит, если это март, ну, где-то к концу января. Ну, до конца января, Дмитрий, могут еще появиться такого рода псевдокандидаты, как вы думаете? Для того, чтобы напомнить о себе. Может, кто-то еще появится, не просто там напомнить, а еще определенные какие-то задачи выполнять. Вот, например, тот же Кадыров, который говорит, что в связи, как он говорит, с СВО, да, необходимо там выборы либо отменить, либо же Путин должен быть единым кандидатом. Но, возможно, тут сам Кадыров появится в этом списке. Как вы думаете, как вот до марта месяца вот этот список так называемых кандидатов, он будет видоизменяться? Ну, я думаю, что до выбора будет допущено 4-5 человек. Это Путин и несколько человек из числа, ну, депутатов, может быть, представителей парламентских партий. Ну, допустим, Зюганов, кто-то от ЛДПР, кто-то от новых людей. Может быть, еще какой-нибудь фрик. Ну, и наверняка нас развлечет какой-нибудь Джигурда, да, который шумно попытается зарегистрироваться, допущен не будет, но, по крайней мере, на их фоне Путин должен казаться таким серьезным, сильным кандидатом. Но никаких сюрпризов быть не может. Надеждин уже говорил о том, что пойдет в президенты. Как вы оцениваете это? Тоже марионеточная история? Или что-то есть за этим? Они хотят замерить... Я поясню, Надеждин единственный, кажется, из тех, кто сейчас объявил о своем желании участвовать в выборах, кто открыто, по крайней мере, не за войну. Я думаю, что ни один антивоенный кандидат допущен не будет. В том числе Надеждин. Я думаю, да. Да. Я знаю Надеждин лично, так же, как и знаю многих людей, которые могли бы идти от «Яблока». Вот, а наверняка кто-нибудь попытается, но я не верю в то, что вообще кто-либо с антивоенной повесткой может быть допущен до выборов. Но даже если будет допущен, то никакой, конечно, никакого доступа к телевидению, ничего не будет. Ну и я не против, да, я нормально отношусь к Надежде, но мы с ним лично знакомы, и он действительно написал, может быть, и неплохую листовку, но дело в том, что нет никаких выборов, это все будет все равно фарсом. Это не значит, что в них не нужно участвовать или не нужно их использовать для того, чтобы нанести удар по путинской легитимности, но счет на табло, он, в принципе, уже известен. Дмитрий, а вот если в целом о дискуссии, которая сейчас ведется среди российских политиков, вынужденных покинуть Россию, о том, как вести себя на этих выборах, так называемых, гражданам, вот конкретно вы и ваши соратники к какому выводу на данный момент пришли? На самом деле, самое главное, это чтобы была единая стратегия у всех. И, в принципе, мы договорились о том, что вне зависимости от того, к чему мы будем призывать в марте, мы должны начать скоординированную кампанию и просто агитировать всеми возможными способами против Путина. Это первое, что мы сделаем до марта. В марте, я думаю, что мы примем чуть позже просто решение, но одна из идей, которая обсуждается, это призывать как минимум за рубежом выходить в один день, в одно время на избирательные участки. И каждый может делать все, что угодно. Сторонники бойкота могут рвать бюллетени, сторонники кандидата могут галочки где угодно ставить. Но самое главное просто показать вот эти очереди.
Будет ли подобное что-то в России, мы сейчас пока сказать не можем, потому что нужно просто посмотреть, кто будет допущен, кто будет зарегистрирован, что вообще будет ближе к марту. Но какую-то форму демонстрации протеста для тех, кто находится в России, безусловно, безопасную, мы должны будем предложить. Ну, а на данный момент вы сами, вот как гражданин, что бы сделали в этот день? Ну, самая главная задача сделать так, чтобы в победу путинскую никто не поверил. Ни в России, ни за рубежом, если это возможно будет сделать. Потому что мы не можем повлиять на итоговый протокол, но мы можем повлиять на последствия. Да? Грубо говоря, Путин после 2018 года среди как бы, большинства воспринимался как легитимный президент. А, например, Лукашенко после 2020 года, да, несмотря на то, что он власть сохранил и Тихановского выдавил, он воспринимается как узурпатор, который себе победу нарисовал. Вот основная задача сделать так, а здесь должна быть какая-то не только скоординированная кампания, да, здесь должны быть совместные действия. Вот нужно будет сделать все возможное для того, чтобы Путин себе эту победу нарисовал, и чтобы об этом все знали. И тогда после выборов может быть все что угодно. И раскол элит с каким-то переворотом, и какие-то там выступления. Но это будет потом. То есть мы можем повлиять на восприятие вот этой так называемой победы, и мы сможем повлиять на послевкусие. Потому что от этого будет многое зависеть, по крайней мере, то, как ситуация внутри страны будет развиваться. А вот эта оценка 80%, что об этом много сейчас говорят, что явка будет 80%, и за будет 80. Вы согласны с этой приблизительной оценкой? Ну, понятно, что дорисовывается, но вот сколько им надо для того, чтобы они могли сказать, все, подавляющее большинство за Путина, а значит за войну, и значит там до бесконечности? Им нужно набрать больше, чем в 2018 году. Причем не в процентах, а в голосах. По-моему, тогда получил что-то больше 70%, мне кажется. Больше сейчас было, да-да-да. Значит, и явка там была какая-то тоже достаточно высокая. Ну, значит, сейчас им нужна чуть больше явка, чуть больше процент. Спасибо, Дмитрий. Будем следить за подготовкой к так называемому голосованию в России. В марте оно состоится. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был гостем эфира. Благодарим за участие. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.